А можно лайкнуть саму себя? Нет, нельзя. Что-то я не понял, нахуй. Типа воспоминания членов семьи, которые умер. Ой. Я хочу дать вам интервью. Во-первых, я люблю хорошо выпить. Во-вторых, я люблю красивых женщин. В-третьих, я люблю курнуть ганджа нормально. Нет, не люблю. Ганджа запить красным вином и потом. Ребята, гуляйте на полях, собирайте грибочки. Грибочки в кочках рядом с реками, где пасутся коровы. Короче, да дай мне сказать. Растут. Спасибо. Короче, читаю в новостях, в друзьях. Стрим по Outlast'у, Морфия пишет, я переношу на завтра, ближе к 20 вечера. Приходите на стрим, будем общаться и проходить Outlast 2, очень соскучилась. На Патреоне новые фотографии, которые доступны от доллара. $1, всего $1, господа, поддержите, плиз, потом будет много разных фоточек с крутым стафом для вас. Ми-ми-ми, ня-ня-ня. Стоит подписка на месяц, она открывает мою стену на Патреоне, где можно скачать и посмотреть фотографии, которых вы еще не видели нигде. Я не бросаю стримы ни в коем случае, просто в данной ситуации не могу стримить больше, да и тубом планирую понемногу заниматься. Думаю, многим будет интересно видеть блоги о моей жизни и мыслях. Сейчас болею, чувствую себя очень часто плохо, у меня болит желудок, и я не могу долго сидеть за ПК. Ищу другие способы дохода. Этот сайт — стартап для моих будущих фотосессий в косплеях Сигн. Я буду делать за подписку, буду стараться для тех, кто... Что-то, короче, и перехожу я на Patreon, и, блядь, на Патреоне я вижу... Не, ну, блядь, я к этому, типа, не, я нормально даже отношусь к девочкам, которые дрочат на всяких там чатрубейтах и прочем, но я бы не стала дрочить на чатрубейте после того, как я, типа, стримила, ну, типа, я же, типа, стримерша, я же поддерживаю игровой контент, и не только. Типа, у меня все завязалось на играх. Просто параллельно этим. Ну, типа, Twitch разрешил. Как это нон-гейминг контент? Ну, вот это я нихуя не поддерживаю, имхо. Ну, типа, ладно, дрочите как хотите, но мне это не нравится. Это норма, но это не возбуждает. Я типа, ну блин, зачем? Я никогда не понимала, зачем люди смотрят... Ну нет, порнуху как бы не то, что зачем люди смотрят... Хотя хз, кто-то в режиме онлайн сидит, дрочит, и типа ты такой... Сидит, дрочит, и такой дрочишь, и ты такой там, потрогай себя, и она такая потрогала себя, и ты такой, да, господи, она трогает себя. Не, ну это прикольно, наверное. Ну как-то хз. Хочу спать, на твой голос что-то бодрит. Что стрёмно? Что стрёмно? Дрочить на камеру или что? Стрёмно, по-моему, людей убивать. Короче... Вот, да сука! Я не могу достать этот пакетик. Я достала. Да, пакетик. Не, она очень ламповая. Кто? Платят деньги на то, чтобы онлайн она помастурбировала. Ну, мне тоже платят деньги, походу, чтобы я онлайн помастурбировала. Короче, что я себе купила? Блядь, тут напихали всякого говна. Хочу его посмотреть. Просто как можно было купить вот это? Go What Remains of Edith Finch. А я хочу в хоррор поиграть. Сука, эта штука вкусно пахнет. Я люблю пакетики эти собирать. Йо, это самое, что стримы, типа, когда ты смотришь стримы, ты представляешь, что у тебя есть друзья. Нет, когда смотришь на телочек, ну тогда я вообще не против. Ты ж баба, дефолт. Я их даже нюхала, блядь, понимаете? Вот и ланг-ланг, я просто знаю. Ну, у меня гель для душа закончился.
Норм косметика и фраше. Это масс-маркет, даже дешевле, чем масс-маркет. Ой, а вот это вот, это орех макадамии вообще. Такая химозная хуйня на самом деле. Но просто я после него вкусно пахну. А я вообще шла за маской противочерноточковой. Я на самом деле пользуюсь косметикой для кожи, которая стоит нихуёво так косарей. Потому что у меня типа аллергия, у меня типа дерматит. И я перепробовала все на свете. И поэтому... Вообще не понимаю, почему что-то, что медицинское, блядь, может стоить много так косарей. Я... Люди умирают, людям больно. Как человеку больно, и он должен, типа, умирать без этой хуйни, и он должен свои последние копейки, блядь, свою, всю свою пенсию, всю свою зарплату отдавать на то, чтобы ему перестало быть больно? Типа, ты не заслужил жизни или чё? Я не виноват, что я родился такой. Вон у меня бабушка диабетик. Ну, у меня бабушка с охуенно огроменной пенсией до сих пор работает. И квартиры там сдает и прочее. Ей уже 80 с лишним лет. И ее диабет мучает. Но она отработала всю жизнь с мечицей, бухгалтером и прочим. Она себе наработала на эту ебучую пенсию. Она была одна всю жизнь. Типа, у нее был муж, но он как бы... Они там... Я не знаю, кстати, по-моему, то ли он умер, то ли что-то типа того, но она была одна всю свою жизнь. И у меня вся семья айтишники. И вот кто говорит, знаете, про пенсионеров, типа, блядь, пенсионеры страдают. Ну, страдают те пенсионеры, которые нихуя в своей жизни не делали. Ну, конечно, есть толика нечестности в этом мире. Но вот у меня бабушка, как бы... Я просто сужу по своим родственникам. Они всю жизнь работали, они наработали на то, что они имеют. Все. Да не бесплатная медицина, просто медицина. Вот, например, я вам рассказывала недавно, у меня есть подруга, может, она даже стрим мой смотрит. Она мне показывала лекарство. У нее какая-то болезнь, которая, кстати, по... Короче, какая-то болезнь у нее в крови или где-то, или в тканях, у нее недостаток какого-то специального, какой-то белка или какой-то, короче, хрени непонятной. Из-за этого у нее могут отекать руки или ноги, или лицо, или что-то, или губы. Вот у нее один раз очень сильно распухли губы, и все думали, что это отек квинки, потому что у нее как бы аллергия на всю эту хуйню. Вот у меня тоже есть отек квинки. И ее привезли, короче, в больницу, и оказалось, что у нее редкая какая-то болезнь, которая одна там, блядь, на миллион. И баночка, вот так вот баночка с мой мизинец, вот такого лекарства, которое нужно ввести в кровь, чтобы, ну, то есть, заменить вот этого что-то, что в крови не достает, вот в этой баночке содержится. Вот такая баночка с палец стоит 215 тысяч рублей, блядь. 200 ёбаных 15, блядь, тысяч. Или 220. Я своими глазами это видела. 200 ёбаных 15 тысяч. Вот такой вот маленький нахуй бутылёк. Она умрет, если ей это не вколоть. И чё? И как бы эти лекарства должны быть в списке жизненно важных. И они не должны стоить 215 тысяч рублей. Чё это такое? Какая-то хуйня неинтересная. Подарки внутри. Тут есть что понюхать? Какие-то штуки. Невкусно. Все это невкусно. Возможно, все узнают, но слышали, прости, вопрос, откуда у тебя шрамы, можешь рассказать. Я в аварию попала. Виниловый проигрыватель, да? В моей медицине. Что бы ты сейчас ни говорила, они не упадут в цене. Не каждый день вкалывать, а именно тогда, когда произошел отек. Что ты будешь говорить, когда тебе пенсию не будут платить, потому что ты на стриме работаешь? Ну, хз, я не знаю, что будет в будущем. Мне Twitch будет пенсию платить. Я буду бабкой старой стримить. Я захожу в Little Nightmares. Помню, раньше были журнальчики, там потрешь и нюхаешь. Да, это всякие каталоги, Oriflame там и так далее. Мне очень сказали на свайпинг губы кидать, чтобы было легче. Классно. Привет, если не подписался на тебя, удачи тебе, спасибо большое.